Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопиджано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Ванша калпатару вешаке пасинду бевече, патитананг павоне бхавишна вибью намо намо, муканкаро тибача ланг пангун ланг хетгирим, ятки патам ханганди парама нандо мадвам, бриндавой тулсиде бой пиявой кесва сача. Шна бхакти паде деви сатва баттвай намо намо Нараяна намаскритто нарам чайва нараттамам Девин сарасватин вясам тато жайо мудире Санкиртане кришна катхо падеше Гаврия патрасшо пракасане ча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагод Варуна Дейям Сада Парибхабхагна Бхавишта Духам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Ветатихам Панатопал Бхават Дипутам Банде Махапурушате Чаруна Равиндам Ятпада паллавана хачанда мани чатая, биспуриджита кимапига бхавадушва дарш, пурнану рагара сасагара сара мурти, сарадхикамай кадам, Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда, Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда, Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Аджануламмита бхужау канака бодату Санкиртанай капитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару югадхарма пало Банде жагат приякаро Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Дада Синитам Бхавануруппенна саданаранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши тобам бхагам Нараяно приямананга мадапахарам Варанаси пурапати бхажави шанатам Вагиша жушо бадане, Лакшмир жушо ча бхакшаси, Ясьясте хиде самбид, Твам нишинга махам бхаджи. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам. Рам Рам Хари Хари.
Bhayam Dityo Vinivishata Shat Ishat Apitasya Viparjaya Asriti Tanmayaya Ato Avayetvam Buddha Bhaktaik Esham Gurudeva Tatma Bhayam Dityo Vinivishata Shat Ishat Apitasya Viparjaya Asriti Tanmayaya Ato Buddha Avayetvam Bhaktaiko Esham Gurudeva Tatma. Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told, according to your submission, Gauriya Goshtipati, Sisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что в соответствии со степенью нашего самопредания Садгуру мы получим результат. Гаудия Гоштипати Шишила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагадгуру сказал, что в соответствии со степенью нашего предания лотосным стопам Садгуру Падме мы обретем результат нашего баджана. Если наше самопредание наполовину, мы получим половину результат. Если на 80% мы предались, то в соответствии на 80, но когда мы полностью без остатка предадимся, то тогда, несомненно, вы обретете милость Гуру Падме, поскольку из читания Чайтамриты мы знаем этот известный стих. Это известный стих. Во время нашего самопредания, если вы предались совершенным образом, то тогда, несомненно, вы обретете полную милость Гуру Падме. И вы разовьете Дивья Гьяну, божественные знания, поскольку Кришна находится, я имею в виду Баладев. Акар Гуру Татва всегда, вот он, Баладев, он смотрит, наблюдает за нами, искренне ли мы или лицемерно, есть ли у нас эта серьезность. И в соответствии с этим Баладев, он действует. И вы можете иметь веру. И поэтому Шрила Прабхупад говорил, что Шри Чайтанья Махапрабху и искренне преданные Гауди Матхам, они вечны в Гауди Матхе. Шрила Прабхупад сказал, что Шри Чайтанья Махапрабху и его вечные искренние саваки, они вечно присутствуют в Гауди Матхе. И вот в соответствии с нашим самопреданием мы можем обрести результат. И вот нет ошибок на пути Гуру Падме. Гуру Падме ждет, чтобы принять нас, встретить нас. И поэтому в третьей песне мы можем найти такую шлоку, то, что это тело, оно не вечно, мы вскоре оставим его. Кошки, собаки, шакалы, они могут съесть наше тело. И вот если мы наслаждаемся милостью, мы обрели милость Баладева, если мы достаточно искренне и серьезны, то в этом случае нет никаких проблем. Но в обусловленном состоянии всегда какой-то страх следует за нами. И какова причина этого страха? То, что мы все
почему мы чувствуем какой-то неизвестный страх, и он следует часто за нами. Мы беспокоимся, осознанно или неосознанно. И это потому, что мы не преданы полностью лотосным стопам Гурупад Падме. Или я могу сказать, у нас есть какой-то необхилаш, какие-то посторонние желания. Если есть у нас анябхилаш внутри нашего сердца, то тогда какой-то страх может преследовать нас. В тот день я говорил, что если я хочу что если мы хотим что-то скрыть от Гуру Вайшнавов, это одно, если мы искренне скажем Гурудеву о всех наших проблемах, откроем ему наше сердце и попросим о прощении, о спасении. И тогда Гурудев примет нас. Но если мы пытаемся что-то скрыть, у нас есть какой-то непхилаш, какие-то посторонние желания, то страх в этом случае присутствует. Если я могу обрести связь с Гуру Вайшнавом, Гуру Вайшнавом и Бхагаваном, это значит Гуру Парампара, подлинная Гуру Парампара. Если я непрерывно нахожусь в связи с Шрилой Прабхупадой Бхактивинода Такуром, с правильной парампарой, то тогда нет никаких проблем. Если я в связи с Бхагаваном, с Нитьянандой все время, тоже никаких проблем. Много шлок в 10-й песне Бхагаватам и других тоже. И вот если у нас есть анябхилаш, то тогда мы не сможем открыть свое сердце полностью Гурупад Падме. И в этом случае мы не сможем обрести милость и совершать бхаджан должным образом. So long as you are going to put in glowing fire, the iron piece is black, I know, but in contact with fire. Как пример с железом, железо, когда находится в огне, оно раскаляется и сияет подобно огню. Но когда мы этот кусок железа вытащим из огня, то он вскоре остынет и станет обычным железом, черным. И никакого сияния уже не останется. И подобным образом, когда мы находимся в соприкосновении, в связи с Гуру Вайшнавами и Бхагаваном непрерывно, то в этом случае никакого неудовлетворения, никаких проблем не возникает. Мы будем иметь связь с Баладевом, с Анантадевой. Анантадева. Баладев — это олицетворение Гурудева и Анантадева. И когда наше сердце расширяется до бесконечности, когда мы готовы призвать Анантадева, чтобы он воссел в нашем сердце, то тогда никаких проблем. И до тех пор, пока у нас есть какое-то узкомыслие, какие-то предубеждения, какие-то мисконцепции, неправильные представления, сомнения и подозрения, до тех пор мы не сможем обрести удовлетворение. И в этом проблема. И поэтому Шримад Бхагаватам Махапуране в первой песне мы видим, что Шукадев Госвами Пад, он отвечает на вопрос Парикшит Махараджа.
Парикшит Махарадж спрашивает, как я могу стать бесстрашным, какой баджан я должен совершать, какова процедура этого баджана, чтобы я стал бесстрашным. И тогда Шукадев Госвами говорит, ты можешь стать бесстрашным, если ты будешь совершать харибаджан. Если ты будешь совершать харибаджан, ты станешь бесстрашным, иначе нет другого пути. Брахма говорит своему внуку Приеврате. Приеврата не хотел жить семейной жизнью, он хотел уйти и начать харибаджан под руководством Нарада Муни. Но так или иначе, наш Ману Махарадж попросил Брахму вернуть своего вернуть его, он как бы уже пожилой, мой сын должен, то есть его отец попросил, чтобы он должен стать наследником, он в лесу собирается уходить. И вот по просьбе Ману Махараджа Брахма отправился, где Приеврата учился у Нарды в очень уединенном месте, и там много диалогов и обсуждений, но суть всего то, что сказал Брахма. Если вы приняли решение, что вы не можете находиться в этом обществе, вы хотите уйти в какое-то уединенное место, чтобы совершать баджан, то тогда вы должны подумать, что вы идете в это уединенное место, в лес, с вашим материальным умом, внешне вы уходите туда. Но вы уходите с вашим материальным умом, это вы не должны забывать. И это, в этом как раз главная проблема. И вот до тех пор, пока вы находитесь с этим материальным умом, где бы вы ни находились, в лесу или в семье, везде те же самые проблемы будут возникать, поскольку ваш материальный ум никуда не делся, и он будет приносить проблемы. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве: «О, Арджуна, ты ищешь своего врага, но враг внутри тебя. Все шесть врагов, они беспокоят тебя. Ты не можешь поддерживать стабильность своего ума. Это сложно, и если стабильность ума не поддерживается, как ты можешь совершать баджан? Вначале всего нужно решить все проблемы, все эти сложности решить, нужно достичь того уровня, с которого уже можно осознать, что такое настоящий харибаджан. Поэтому не столь важно, где ты находишься, в уединенном месте или в семейной жизни, или перед многими людьми. Но если ты станешь джитендрия, если ты сможешь контролировать свой ум и органы чувств, благодаря Гуру Севе, и вот это главное, без Гуру Севе
никто не может обрести связь, обрести контроль над органами чувств и умом без гуру Вайшнава Сева. Гуру Вайшнава, они и есть гуру. Если мы принимаем прибежище у Садгуру, то служение ему очень важно. И гуру Сева без гуру Вайшнава Сева никто не может избавиться от анарт. Без гуру Вайшнава Сева никто не может избавиться от анарт. Мы можем пытаться, но не сможет. Очень сложно. И поэтому только гуру Сева. Только с помощью гуру Вайшнава Сева можно избавиться от анарт. Это очень просто. С помощью гуру Вайшнава Сева. И поэтому нет ничего более благоприятного, чем гуру Сева. Гуру Сева – это самое благодатное, самое благоприятное, с помощью чего можно избавиться от всех анарт, от всех проблем. Они все уйдут прочь, и вы сможете совершать Харибаджан, и с помощью Гуру Крипы вы достигнете того вечного духовного мира. Иначе нет другого пути. И вот Гуру Сева – это очень важно. Без Гуру Сева нет никакого другого пути для нас. И вот главный вопрос в том, что природа обусловленной души находит недостатки у других. Это хроническая болезнь обусловленных душ. Находить недостатки в других обусловленных душ не могут видеть свои недостатки. И вот обусловленные души всегда заняты в том, чтобы находить недостатки в других. И в этом главная проблема. И поэтому обусловленные души, если они не предались, обусловленные души, они находятся в обусловленном состоянии. Когда они предаются, то по милости Гуру Вайшнавов они избавляются от этого обусловленного состояния, это естественно. Если они предались Гурудеву и обрели его милость, то во время этого процесса, как вот здесь говорится, если проблемы не решаются, но обусловленные души всегда находят недостатки в других. Сами они не предаются полностью. Внешне иногда можно видеть, кто-то получил какую-то дикшу у кого-то, но дикша — это несовершенно. Это видно по ее плодам. Шрила Прабхупад много раз говорил о разнице между подлинной дикшей и формальной дикшей. Если кто-то обрел, получил дикшу, почему не он обретает дивья-гьяны, божественное знание, несет всякую ересь? Это говорит о том, что дикша была формальная. И вот когда вы приходите к какому-то садгуру, тогда Гурудев просит, он говорит, помогает вам найти ваши недостатки и исправить их. Если кто-то гневается на слова и наставления Гурудева за то, что Гуру Вайшнава указывает им на их ошибки и недостатки, то если мы гневаемся, то как мы можем исправить их? Если я не дам возможность Гурудеву исправить мои недостатки, то как я могу прогрессировать? Если мы дадим такую возможность Гурудеву и примем его милость, то тогда да. Но наше состояние очень плачевно. Шрила Прабхупад говорит, иногда Гуру Вайшнава очень строги, могут отругать кого-то, чтобы исправить нас.
может внешне выглядеть как какой-то критицизм, но это не так. Шрила Прабхупад говорит, иногда Гуру Вайшнава могут грубо говорить, не грубо, а строго говорить с кем-то, но это не значит, что они критикуют кого-то. Иногда они вынуждены указывать на чьи-то ошибки, но это не является критикой. Когда обусловленная душа находит недостатки в других, это есть критика, что запрещено. И вот как понять эту тонкую разницу. И мы в замешательстве, что Гурудев сказал никого не критиковать, а сам внешне выглядит, что критикует. И Шрила Прабхупад говорит, иногда Гуру Вайшнава вынуждены говорить строго. И чтобы обсудить ситуацию, в которую мы попали, но это не критика. Критицизм значит зависть, какая-то зависть. Критицизм исходит из зависти. Но Гурудев, когда указывает на чьи-то ошибки, особенно на наши, это не критика, но если мы гневаемся, то что толку? Какие-то люди заявляют, что своему гуру, что гуру очень удачлив, что он просто нищий, мы тут приняли вас в качестве гуру. И вот такое можно наблюдать, такие отношения между гуру и учеником. Очень такие плачевное состояние. И кто-то не терпит никакой позитивной критики даже от кого-то, даже от целого гуру. И как такие люди могут прогрессировать? И вот связь между Гурудевом и учеником очень тонка, что в любое время, в любой момент можно совершить оскорбление, если мы не утвердились в гуру-татве. Если мы не утвердились в гуру-татве, в вайшнава-татве, то очень просто можно совершить ошибку, не понять настроение гуру-вайшнава. Если кто-то хочет потеряться в майе, то это его дело. Гурудев, конечно, хочет помочь таким людям, но если не против такой помощи, то что делать? All they are doing without permission, Guru Vaishnava. Whatever doing, not under the guidance of Guru Vaishnava. They think so. They think so. We are doing Guru Seva. Как некоторые люди делают внешнюю гуру севу, но не интересуются, нужно ли это гуру вайшнавам. Думают, что делают что-то полезное, но нужно поинтересоваться объектом вашего служения, нужно ему это вообще или нет. И вначале нужно узнать желание сердца Гурудева. Шрила Прабхупад говорит, что чистые гуру вайшнавы никогда не стремятся к количеству.
чисти Гурвайшнавы не считают, сколько людей к ним приходит, сколько там что-то делают, сколько учеников и прочее. Они никогда не заинтересованы в количестве, они заинтересованы в качестве. Что эти преданные пришли к нам, как я могу взять и предложить этих душ лотосным стопам Бхагавана. Гуру-вайшнавы, они пытаются помочь всячески. И когда такие души созревают, распускаются, когда эта душа под руководством гуру-вайшнавов может обрести силу совершать харибаджан, когда они становятся зрелые после слушания харикатхи и исследования всему, тогда гуру-вайшнавы очень довольны, они берут буквально цветок нашей души и предлагают его лотосным стопам Бхагавана. И такого настроения чистых гуру вайшнавов, они не... Они не стремятся к количеству. Кто-то гордится, что к ним постоянно 500 человек ходит. Но кто они, что делают? Нужно все это выяснить, посмотреть на их состояние. Можете ли вы изменить их сердце? Или свое сердце? Как можно изменить тогда сердце других, если мы не можем помочь даже себе? И в этом главная проблема. Чистые гуру-вайшнавы никогда не стремятся к количеству, они смотрят на качество прежде всего. И вот мы не должны забывать о том, что сказала Шрила Прабхупад Шри Чайтанья Махапрабху и его искренние севаки, те, кто его слуги, вечно присутствуют в Гауди Матхе, мы забываем об этом. Мы таким образом совершаем оскорбление Шриле Прабхупаде. Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такура Прабхупад лично одобрил тех, кто является его последователями, его искренними учениками, последователями, его учениками, как Шрила Бхакти Саранга Госвами Махарадж, его имя до принятия саньяса была Тулчанда Бхантиопадьяй, он происходил из брахманской семьи высокого класса, Тулчанда Бхантиопадьяй. И вот он родился в Банкуре, в Партхасае. В очень высокой семье отец ушел, но так или иначе я хочу рассказать о его морали, о его идеализме, о его гурусеве, ну, где родился, женился и прочее. Это не столь важно, но работал он на железной дороге в Данбаде. Там знаменитые индийские угольные шахты. И вот он был начальником там. И вот он там встретился со Шрилой Прабхупадой, Бхакти Сиддханта Сарасвати. Вот он работал в своем офисе и увидел Шрилу Прабхупаду.
на этой станции и понял, что у него есть связь с ним. И он был очень происходил из чистой брахманской семьи, пригласил Шрилу Прабхупаду становиться в его доме, ну, по крайней мере. Ну, там, в общем, это Шрила Прабхупада 3 дня жил в том доме, который железная дорога предоставила ему, ну, в смысле этому, от Улучанды Бантропадьяю. И вот за эти 3 дня, что он сделал, это непостижимо. Шрила Прабхупад понял, что он мой вечный спутник. И после этого Шрила Прабхупад пришел, вернулся в Майпур, и Атулананда Бандхопадхьяй, он хотел вот она, уволиться с этой железной дороги. И со всем, что у него было с женой и всеми пожитками, они все погрузили в грузовик и приехали в Йогабит к Шриле Прабхупаде, даже не спросив. Вот сказали, что приехали вместе с женой и что, готовы делать все, что хотите. И вот жену поселили там где-то отдельно, и Атулананда Бандхопадхьяй начал служить Шриле Прабхупаде всем сердцем. И такое служение, которое невозможно представить, и получив Харинам Дикшу, он получил имя Апракрита Прабху. Атулананда Бандхопадхьяй, это имя значит, Атулананда значит несравненный, бесподобный Атул, как Тулуси. И Апракрита Прабху, это имя было дано Шриле Прабхупаде. Ну, жена где-то там жила, тоже в храме где-то отдельно. И вот он начал свое служение таким образом, что Шрила Прабхупад был очень счастлив. И в то время был недостаток денег. Сейчас денег достаточно, но баджана недостаток. Но в то время вот был недостаток денег, но это милость Бхагавана была с одной стороны, и вот это Лананда Бандхопадхьяй, он собирал пожертвования для не только деньги, рис дал муку от имени Шри Чайтаньи Матха. И вот он выглядел очень представительски. Если он куда-то шел, кто-то смотрел на него, не мог ничего сказать. Вот он еще прилично одевался в английскую одежду. И вот он был главный, один из главных сборщиков пожертвований для Шри Чайтаньи Матха. И он был также известный пандит, он знал санскрит, хинди, английский, он великолепно знал. И таким образом он начал служить, и много служений он совершил, что мы не можем сравнить ни с кем. Мы думаем, это наше обычное представление, что если мы сделаем что-то для Гурудева, дадим какие-то деньги или еще что-то, это Гурусева. Но с одной стороны, да, и у людей есть такое представление, что если что-то дадут, какие-то деньги или еще что-то, то это Гурусева. Это с одной стороны, да, но мы не понимаем сути Гурусева.
Гурусева значит это исполнять наставления, желания Гурудева. Кто-то говорит, что готовит для Гурудева, стирает, убирает, это тоже Гурусева. Но с одной стороны, оно туда, но мы не понимаем подлинного значения Гурусева. Если мы хотим понять глубинное научное значение Гурусева, мы должны осознать, что Гурудев хочет, что в сердце Гуру Падмы. Мы должны понять это сначала, не осознав этого все служение, которое мы делаем. Но мы не интересуемся о сердце Гуру Падмы, что он хочет на самом деле. И вот научное значение Гурусева — это исполнять наставления Гуру Падмы. Если мы хотим применить эту формулу, то большинство людей уйдут. Если здесь написать список, то настоящий севак Гуру Падмы, вот так с научной точки зрения попытаться выяснить, кто Гуру Севак, то большинство не могут соответствовать этим критериям. И вот научное значение Гуру Севы значит исполнять наставления Гуру Падмы. Если мы успешны в том, чтобы исполнять наставления Гуру Падмы, или я скажу, без его указаний мы осознаем, что хочет Гуру Падма. Гуру Падма может не дать нам какое-то непосредственное указание, но мы можем сами осознать, что он хочет, и действовать в соответствии с этим. Это более важно. Не спрашивая Гурудева, делая то, что он хочет. И вот такое служение сделано Апракритой Прабху. Я могу приводить множество примеров, но это займет долгое время, и я несколько случаев расскажу. Шрила Прабхупад, он вынужден был написал что-то о Атулананде Бандхопадхьяе, кто такой Атулананда Прабху. И вот он описал. И так или иначе, несколько случаев я вот расскажу, чтобы вы поняли. Это цель Шрилы Прабхупады была в том, чтобы проповедовать учение Шри Чайтаньи Махапрабху по всему миру. Это была цель Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати, и это главная причина, по которой вся Панчататва и Гуру Варга, они явились перед Шрилой Прабхупадой, и они дали наставление Шриле Прабхупаде двигаться дальше. И они сказали, что мы пошлем все деньги, все людей, все, что нужно. И это была цель Шрилы Прабхупады проповедовать учение Шримана Махапрабху по всему миру. Но Шрила Прабхупад начал проповедовать вот в Индии. И вот когда Шрила Прабхупад отправился в Канпур, если ехать во Вриндаван, там, не доезжая часов 5 до Вриндавана, Канпур, и вот Шрила Прабхупад отправился туда. И губернатор этого Канпура, он услышал, что великий саду, великий ученый приходит, приезжает сюда, и он хотел встретиться с Шрилой Прабхупадой. В то время людей не так много последователей было у Шрилы Прабхупады, но так или иначе он всех занимал в каком-то служении.
Например, кто-то вернулся с Южной Индии. Шрила Прабхупад отправлял сразу в какое-то другое место. Это была природа Шрилы Прабхупады всегда занимать преданных служений. Например, Шрила Мадхава Госвами Махарадж, например, в 9 утра приехал. Откуда ты, с какого-то поручения, спросил, что из какого служения, ты сказал, что все сделал, и говорил, что вот 4, у вас поезд в Матхуру, принимайте просад и езжайте. Мы думаем, что Гуру Сева, Бхагават Сева очень просто. Мы думаем, что Гуру Сева очень проста в семейной жизни. Столько обязанностей, нужно работать, там, обеспечивать семью, служить родителям и прочим родственникам. А в храме проще, можно есть, спать и ничего не делать. Но это не Гуру Сева. И в то время все совсем по-другому было. В то время каждый сева, как Гауди Матха, он был готов делать все до конца. Это зовется Гуру Сева. Все они были готовы буквально отдать всю свою кровь ради Гуру Севы. А сейчас можно наблюдать, что многие гуру льстят своим ученикам. И вот таким образом оттуда Нанда Бхантиопадьяй, он отправился совершать какую-то другую севу. И тем временем этот губернатор пришел и пошел к Шриле Прабхупаде, хотел встретиться с ним. И он начал говорить с Шрилой Прабхупадой и спорить с ним. И сказал, это ваше дело, этих молодых людей из общества, привлекайте к себе, занимайте в служении, сделайте их нищими буквально, они ходят и просят подаяния, могли бы что-то полезное для страны сделать. Для родителей, для общества, какой-то вклад в развитие страны внести, а вы занимаете прошение подаяния. И вот он даже не давал ему ответить ничего. Сам говорил. И после этого Шрила Прабхупад был очень опечален в том смысле, что не смог ничем помочь ему, поскольку он даже не давал возможности ему что-то ответить. Ну, в общем, он так уехал. И вот я так потерял несколько часов с этим человеком, не смог ничего сделать. Этим временем Атилананда Апракрита Прабху вернулся, поклонился Шриле Прабхупаде. Было, когда они уходили, они кланялись Шриле Прабхупаде, как возвращались, тоже кланялись. И вот когда он поклонился Шриле Прабхупаде, он посмотрел, что-то необычное с ним. Шрила Прабхупада, лицо у него было красное. Видимо, чувствовал какую-то боль. Атилананда спросила, что случилось. И Шрила Прабхупада объяснил, что тот губернатор местный приезжал,
начал ругать за все, что мы делаем, не дал возможности даже ответить, и вот уехал. И вот я 2 часа его слушал, не мог ничего полезного сделать. И вот Апракрита Прабху сразу же сказал, сейчас я возвращаюсь. И вот пошел в дом этого губернатора, позвонил ему, постучался и... Встретился с ним и сказал таким образом, очень строго. Вообще отругал его как какого-то последнего слугу. Что ты совершил такую ошибку, такое оскорбление, что ты встретишься с великими проблемами вскоре, ты не знаешь, что за, с кем ты встречался сегодня утром. Он вечный спутник Бхагавана. Сможешь записать себе в дневнике, что вскоре какие-то серьезные проблемы возникнут. И вот это, он это все на английском, на хорошем английском говорил, что этот губернатор подумал, да, что-то тут не так, что же делать, но ты должен поехать со мной прямо сейчас, чтобы спастись. И вот взяли такси, поехали к Шриле Прабхупаде, вошли в комнату, и я сказал: «О, Прабхупад, пожалуйста, спасите, простите его. Если вы не будете довольны им, он помрет». И Шрила Прабхупад начал говорить много вещей. Почему? Тот же самый вопрос. Не тот же Чандра Бош, который тут боролся за свободу Индии. Но, по крайней мере, он слушал, что говорил Шрила Прабхупад. Вот этот губернатор даже не давал возможности ответить. И вот этот не тот же Супас Чандра Бош тоже говорил, что я борюсь с англичанами, чтобы освободить Индию. И если вы дадите своих брамачари, саньяси ради нашей борьбы за свободу, они помогут нам. И Шрила Прабхупад сказал: «Хорошо, если я отдам вам каких-то брамачари, саньяси, вы пытаетесь освободить Индию, но вы не знаете, что я у нас в Матхе тоже борьба за свободу постоянно идет, и что это? Мы хотим избавиться от влияния Майи. И вот так мы постоянно боремся с Майей, чтобы освободиться от нее, чтобы организовать их вечное освобождение, чтобы они достигли духовного мира и совершали служение, а вы ищете какого-то временного решения для индийских людей, но я хочу найти нечто вечное, нечто такое постоянное решение». И этот губернатор 500 рупий пожертвовал. В то время 500 рупий было больше, чем 50 тысяч сейчас. Вот я помню, мой дед работал, когда за 25 копеек, четверть рупии, мешок овощей покупал целый огромный. Все было очень, рупия в цене была. И вот этот Атулананда Бхантиопадхьяй, таким образом, чтобы защитить честь Гауди Матха и Гауди, и преданных Гауди, а Атулананда Бхантиопадхьяй, он был один из лучших во Вриндаване, один бестолковый Гасай.
эти как там эти как там когда кому как там контролеры храмов Гусаев зовутся, ну которые там контролируют Рада Рамана, Рада Мадан Махана и вот эти вышеперечисленные Гусаи, все они и главным образом Банки Бихари Гусаи, они решили, что Шрила Прабхупада приедет сюда. И вот решили, как, когда придут в храм посмотреть на божественное, не пустим, скажем, что все шудровы ничему не следуете, поэтому пошли вон отсюда. И вот за всяких шудров преданными делайте. И вот Атулананда Бандхопадьяй с Гасай Махараджем, Шридхар Махараджем, Бхакти Прамод Пури Гасай Махараджем, они все брамачари были в то время. И вот они все пришли, все браманы, и начали говорить с этим Гасаем Рада Мадан Махана о шастрах. И посмотря на них, Гасай тогда видел, что они все из высококлассных брамских семей происходят. И Гасай Махарадж сказал, моя семья настолько высока, что если вы даже захотите выдать своего сына за кого-то из за какую-то девушку с моей семьи, то вы не сможете, поскольку наша семья слишком высока, чтобы как-то мешаться с вами. И вот Шримад Бхагаватам Маха никогда не одобрил брахманизм в соответствии с генетической наследственностью. Имейте в виду, что брахман — тот, кто живет как брахман, а не тот, кто родился в брахманской семье. То есть брахман — это качество, а не где человек родился. И вот везде во всех священных писаниях есть примеры, где одобряется дева варнашрама в соответствии с природой и самскарами. Человек может быть определен как брахман, как в случае с Джавал Сатьякамом. Джавал Сатьякам. Он не мог сказать, кто его отец. Из Упанишат истории другие есть. И в итоге Гаутами Риша, он сказал, что «О мой сын, ты брахман». И я уверен, 100% ты брахман, поскольку ты, даже если ты не знаешь, кто твой отец и твоя мать не знает, но ты брахман, иначе ты не мог бы этого сказать на публике. Главное качество брахманов — это правдивость, они всегда говорят правду. Брахман всегда честен, никогда не скрывает ничего, поэтому я уверен, что ты брахман, и я дам тебе посвящение. И вот Дайва Варнашами, ну что примеров, но времени мало, и вот таким образом Атулананда Прабху, я имею в виду Гасай Махарадж, он совершил огромное служение. Если буду говорить об этом, это будет эпосом в Южной Индии, Северной Бомбее, везде, где он только не был. Он совершил огромное служение и всегда был успешен. И когда Дам Парикрама пришла, или Кшетрамандал Парикрама, или Вриндава Дам Парикрама, он собирал пожертвования и продукты на вот это все дело. Множество преданных приезжало. И в итоге Шрила Прабхупада решил, что этот великолепный
преданы. И признак преданного можно понять по его того, потому как он какую преданность Гурудеву и Сампрадая он имеет. Если какой-то саду имеет огромную любовь к Сампрадая и для Гуру Парампаре, и огромную любовь к Гурудеву, то тогда он подлинный саду, иначе нет. Это главные признаки. И вот Шрила Прабхупад решил отправить Апракрита Прабху в Европу на проповедь. И вот Шрила Прабхупад, он проконсультировался с Садханандой с вами. Какой титул ему дать, чтобы иностранцы, европейцы приняли его с легкостью? Вот он спросил Садхананду с вами, тот со смирением сказал: «О, Прабхупад, если вы напишете, вот этот миссионарий in charge, Гауди миссия, по-русски, типа посланник, скажем. Ну, не посланник, то есть что-то настоятель. Представитель, в общем, как-то так. И вот отправили его на Запад, причем без денег. Он сам отправился совершать это. Гуру Севу не взял ни копейки денег у Шрилы Прабхупады. Можете ли вы представить? Даже со своих денег оплатил билет на самолет. Ничего не взял у Шрилы Прабхупады. И вот он начал проповедовать там очень широко. Его проповедь была успешна. И вот он проповедовал по Европе, посетил множество мест. Был недостаток денег, кто деньги ему даст. Но поскольку не просил он, и вот однажды царь Бардамана, он отправил чек на его имя. Тот, который подарил храм, это Ананта Васудева в Калне, и тот же самый вот этот царь Бардамана, чек ему послал. И вот он послал его на имя Атулананда Бандхопадхьяя. И этот чек получен был Госвами Махараджем. Открыл, увидел чек, он хотел пойти в ближайший банк, обналичить его. И вот банки сказали, что не могу дать, поскольку у вас, не знаю, паспорта у вас нет, вы индийский монах. И документы, если предоставите, неизвестно, где вы взяли. И тем временем Госвами Махарадж вас увидел, газета лежала на столе у него. Там была его фотография, причем вот он где-то давал лекцию на каком-то религиозном собрании. И там была фотография его на главной странице, и Госвами Махарадж сказал,
о, смотрите, кто это? Кто он? Вот написано. И посмотрите на меня. Вот даже документы есть. И кто мне руку жмет, посмотрите, что я мошенник какой-то. И тот посмотрел, подумал, да, действительно. В общем, отдал ему все деньги с чека. В Англии тоже он широко проповедовал. И какие-то люди начали возмущаться, что где ваш Бхагаван, хотим увидеть. Госвами Махарадж сказал, хорошо, завтра приходите, покажу. И вот где он жил, там где-то арендовал комнату, там был парк какой-то. И вот он ходил, чистил зубы, ходил там, и тем временем внезапно обнаружил какое-то божество под деревом. Четырехрукая Шанка Чакра годой под мой. И так что это? Он посмотрел, о, он помыл руки, обнял его, это божество, и начал плакать. И начал думать, молиться о Шриле Прабхупаде. Вот сейчас эти люди придут, как я пока покажу. Надо этого он молился Бхагавану, и Шриле Прабхупаде, что пообещал Богу показать, где его взять. И вот это Атхокшаджа Виграха так обнаружилось в Англии где-то. Тогда откуда она там вообще? Под деревом тем более. То есть она явилась там. И вот в итоге Госвами Махарадж, он был успешен в том, чтобы показать им Атхокшаджа Виграху. Госвами Махарадж, он, когда спустился с самолета с Атхокшаджа Виграхой, это в Гаудии, вот эта фотография опубликована была. И она была передана Шриле Прабхупаде, но Шрила Прабхупад был очень доволен им. И таким образом вся наша гурвага, особенно Госвами Махарадж, и также он был редактором. Гаудия Патрики, на хиде, на английском, на бенгале. Он был очень важной личностью. И после того, как Шрила Прабхупад ушел, он никогда не хотел строить никаких больших храмов, его сердце было прекрасно, и он сказал, Шрила Прабхупад уже построил все Чайтанья Махапрабху, так много отделений его, зачем мне что-то свое строить. И наш брат Боги Шрила Бхакти Дайта Мадхава Госвами Махарадж тоже большие храмы строил, зачем мне это делать, лучше я буду им помогать. Это более практично. Но Шрила Мадхава Госвами Махарадж и остальные начали давить на него, что брат в Боге, давай открывай свой храм, что я с ним делать буду, нет. Давай открывай. И вот под руководством Шрила Мадхава Госвами Махараджа он получил здесь кусок земли в очень важном месте. Это то место, где Нитьянанда Прабху пришел первый раз в Майпур и находился там в доме Нанда Ачари. Это Нанда Ачари Бава называется место. И вот Госвами Махарадж никогда не хотел строить больших храмов. Сказал, что построить небольшие баджан-кутиры. Шрила Мадхава Госвами Махарадж сказал, нет, вы
первоклассный мировой проповедник, поэтому не позволю вам маленький храм построить, стройте большой. Я вам помогу. И Госвами Махарадж, вот он жил в Баджан-Кутире, Шрила Мадхава Госвами Махараджа, в читании Годи Матхи, сказал, что живи столько, сколько нужно, пока тут все не построится. И вот Госвами Махарадж так построил храм. И он выражал так много почтения ко всем преданным. И вот после того, как Шрила Прабхупад ушел, они были очень опечалены. И не хотели строить больших храмов, но так или иначе, по желанию Бхагавана, он был успешным в том, чтобы открыть два храма в Нью-Дели. В Индрапрасте и еще где-то я там был. Один в Шукракшетре, один в Калькутте, в арендованном помещении, здесь храм во Вриндаване, на Имлитале, это главное место Кришна Лила. Там, где под этим деревом Имлитала, Имли, вот это Маринт. И вот там под этим деревом Бхагаван Шри Кришна, он явил форму, свою форму золотого цвета. Все Сакхи-Манджари были удивлены, что это, но Бхагаван Шри Кришна сказал, вскоре я явлюсь в этой форме. Радхарани тоже было удивлено, что это Кришна был черный, стал белого цвета буквально. И вот Госвами Махарадж, когда обнаружил это место, там была свалка просто, и он купил это место, очистил и там вот восстановил это место, Имлиталу. Там божество Рады Гопинатхи, и также Госвами Махарадж, он в Нандаграме Баджан-Кутир построил. И вот был Баджан-Кутир в Нандаграме напротив Паван-Саровара. Может, кто-то слышал название Паван-Саровара, надо Махараджа Бхаван, храм там его чуть ниже, оттуда, там вот, в общем, поблизости Баджан-Кутир, я там много раз останавливался, совершал баджан. Там большое дерево, много, очень много лет, сложно сказать, сколько. Огромное дерево такое, и внутри дерева пещера, дупло, и Госвами Махарадж там сидел и в этом дупле совершал баджан. И в итоге какие-то глупые люди это дерево срубили, я был очень недоволен, хотел их побить, этих негодяев. В общем, что-то там... В общем, дерево спилили, срубили, построили гостиницу, ну или что-то такое. И Бхагаван таких людей не примет, они не понимают славу Гуру Вишнавов. И Госвами Махарадж и его слава, если я буду говорить о ней, это займет часы за часами. И вот он был лучший из севаков Шрилы Прабхупады. Он обрел милость Шрилы Прабхупады. Если кто-то говорит, что они такие великие, преданные, бесполезные, это плохо. Они все одобрены Шрилой Прабхупадой. Шрила Прабхупад был очень доволен ими.
они совершали служение Шрили Прабхупаде, были полностью одобрены им. И вот что значит эти слова Гурудева Татма, значит, когда мы осознаем то, что Гурудев и Бхагаван не отличны друг от друга, когда мы продадим душу и сердце лотосным стопам Гурудева, это называется Гурудева Татма, когда мы полностью свое сердце буквально продадим Гурудеву, когда он Гурудев будет нашей жизнью и душой. И с такой близостью мы можем служить Гурудеву. Если есть какой-то барьер майя, то мы не сможем служить Гуру Падме. Это будет невозможно для нас. И так или иначе, вчера я шлоку произнес. И вот Шри Васачарья произнес эту шлоку. Пока мы не разовьем огромную любовь, огромное влечение к Гуру Падме, до тех пор мы не сможем обрести Кришна Бхакти. Может быть, вы очень какой-то важный ученый, известный человек, или еще кто-то, но все же вы не сможете обрести Кришна Бхакти, поскольку нет у вас связи с Гуру Падмой. Чтобы развить такую огромную связь с Гуру Падмой, сильную связь, мы должны быть готовы посвятить свою жизнь и душу для служения Гурудеву. Ванчака, который сидит в Сингапуре, подитаман, бабана, бабушка, Георгий.